Все чаще на просторах интернета можно найти за 7 дней спину, за 4 дня ноги, за 1 день руки и так далее. Сделано для того, чтобы собрать миллионы лайков и просмотров. Поэтому я открыл браузер и начал вводить, как накачать ноги. Накачать ноги за 1 минуту, за 5 минут, за неделю, даже за 1 секунду. Я вообще этого даже не понял. Как так получается, что такие схемы, если они рабочие, то почему тогда вот эти и эти люди до сих пор еще не накачаны? Я было даже подумал, что мои навыки безнадежно устарели, а интеллект требуется срочно развить и как можно скорее. Пора провести собственный эксперимент и решил накачать ноги. Ты уверен насчет этого? Да, уверен. Время пришло. Я их решил накачать за 7 дней. И мне очень нравится, как об этом говорит Томас Плац. Приседания – это какое-то особое место. Хочешь большие ноги – ты должен приседать. Это как алтарь, где ты преклоняешь свое колено, где жизнь и смерть проносятся перед глазами. Добро пожаловать в зону боли. Кстати, кому не нравится слово «ноги», могут называть их конечность. В викторианской Англии слово «нога» считалось неподобающим к произнесению в приличном обществе. Вместо этого говорили «конечность». Так что, если вас не устраивает слово «ноги», можете просто говорить «конечности». Убедитесь, что у экранов не присутствуют маленькие дети, которых может шокировать это слово «нога». Если взять массу человека за 100%, то мышцы ног занимают примерно 35%. Но в зависимости от телосложения, от конституции, проценты могут различаться, естественно. Передняя поверхность включает в себя квадрицепс, который состоит из медиальной головки, широкой головки, прямая мышца и портняжная, которая является самой длинной в человеческом теле, а также мышца напрягателя широкой фасции. С задней стороны у нас находится двуглавая мышца бицепса бедра, а также мышца подколенного сухожилия. Плюс в работе участвуют у нас низ спины, а также ягодичные мышцы. Каждый день я буду тренировать ноги, выполнять по 100 приседаний из гири. Гири у меня 24 килограмма, 5 серий по 20 повторений. У меня накопится 700 повторений. Помимо того, что я буду приседать каждый день, этих приседаний так хватает в обычной жизни. Несмотря на то, что я тренируюсь в данный момент 3 раза в неделю, я каждый день буду делать по 100 повторений. Вот так выглядят бедра до. Как вы видите, они хорошие, массивные. Разделение мышц, небольшая сепарация. В теории, после такого челленджа мои ноги должны просто умирать. При такой интенсивной работе над ногами, естественно, ожидаем большой всплеск гормонов, следствием которого является повышение уровня тестостерона, а также увеличение метаболизма. Первый день было достаточно тяжело, но на второй и на третий я заметил, что ноги стали наливаться быстрее. Хороший памп. После каждой серии по таймеру я отдыхаю ровно 1 минуту и начинаю следующую серию. Между сериями я эффективно подтягиваю мышцы для того, чтобы кровь лучше подходила к мышцам, чтобы они не становились зажатыми. Лучшая растяжка – это лучший рост мышц, запомните. На 4-й и 5-й день я понял, что даже уже после разминки мои ноги уже начали забиваться, просто в край. До выполнения упражнения находятся в памповом состоянии, они уже залиты кровью. Но вместе с этим увеличилась силовая выносливость. Я чувствую, что мое сердце уже не так интенсивно работает, организм потихоньку привыкает к такой работе. И, о чудо, на 4-й день моих измерений, что я вижу? 61! 1 сантиметр за 4 дня. Не знаю, почему так получилось. Возможно, это просто хороший памп, который не прекращается. Может быть, через 40 дней уже будет плюс 10 сантиметров. Было бы здорово. Итак, 7-й день. И каков наш результат? Так, ничего не убавилось, что замечательно. После того, как я делал разминку, да, ноги залились, они пампят, но выполнять стало гораздо легче. Что я получил? Да какое там? Ничего не получил. Я потренировал ноги 7 дней подряд по 100 повторений. Конечность. Но по факту эта тренировка, она не принесла ничего, кроме как силовой выносливости. Побочные эффекты – это отличный сон и постоянная усталость. Но в качестве пробы это был мой выбор. Поэтому, ребята, если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям и увидимся в новом видео. Пока, ребят.